Ну, приехали мы изначально, с самого начала, заходили практически во всех направлениях уже побывали. Сейчас находимся на запорожском направлении. Машины пригодятся, да. Машины, ну, в хорошем состоянии. Конечно, опять же, спасибо гражданам Амурской области, которые не забывают про нас, передают нам, пригодятся. В первую очередь, это эвакуация личного состава, это подвоз боеприпасов, ну, обычные будни наши.